18 апреля омские вузы присоединились к эстафете Знамени Победы. Патриотическая акция приурочена к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Первым эстафету принял Омский государственный аграрный университет. Мы принимаем два знамени, это Знамя Победы и Знамя Бессмертного полка сегодня, и будем его дальше передавать другим высшим учебным заведениям. Считаю, что это очень почетное мероприятие, и очень рада, что именно наш вуз сегодня принимает эту эстафету у себя. Важное событие прошло на главной площади вуза. Преподаватели и почетные гости праздника напомнили студентам о том, что связь поколений в героической истории нашей страны крепка и непрерывна. Это не просто эстафета. Это связь времен. Это преемственность поколений. Это преемственность истории. Подвиг на пустом месте не возникает. У подвига есть историческая преемственность. Есть историческая традиция. Знаменная группа вуза «Чеканя шаг» приняла алые штандарты и вышла на позицию перед построением. Память не даст забыть те трагические дни. И каждый год в День Святой Победы мы застываем в минуте молчания. Мы гордимся, что именно наш вуз сегодня первый принимает такую акцию, принимает Знамя Победы именно в своих стенах. Мы гордимся, мы чтим память Великой Отечественной войны, и мы не забыли. По традиции Знамя Победы будет находиться в каждом вузе один день. Следом за аграриями стяг приняли студенты Омской гуманитарной академии. Всего в эстафете Знамени Победы участвуют 12 омских вузов.